и Реал выходят одновременно. Вообще-то это бывает довольно редко. Как правило, не знаю, означает ли это что-нибудь или нет. Но вот матч, которого ждали между Барселоной в чемпионате Испании. Но дело даже не в том, возможно ли это отыграть за оставшиеся туры. Вопрос в том, что, наверное, одного толком матча. Отдавался он в аренду много раз. Когда мы того приезжал в составе Мальорки, неоднократно устраивал он. Роналдиньо. На него, конечно, особенная надежда. Ситуация, когда матч складывается для Барселоны, нелегко. И самое для Реала, или же, соответственно, Деку для Барса. Может получиться хорошая атака. Роналдиньо к главному флажку практически. Но Роналдиньо пришел на этот пас. Хави, Роналдиньо. Очень важный матч обеих команд в нынешнем сезоне. Значение его нельзя преуменьшить. Роналдиньо. Встречал его Сальгадо, неряшливо сыграл, и Роналдиньо. Жюли сыграл с Роналдиньо. Класс как таковой, но и предельная мобилизация сил. Но ведь именно так и играют сегодня Реал. Но момент не самый принципиальный. Роналдиньо. Роналдиньо. Не сближается с ним. По-моему, это Павон. Роналдиньо. Роналдиньо. Ох, какой пас. Жюли. Роналдиньо. И в мобильности Барселоне. Это и не новость, потому что Реал команда, в общем, великого возраста. Мобильную, жесткую борьбу в центре у Барселоны. Реал он строг будет. Пас. Это о. Как они играют в касание. Только его это, конечно, касается. В общем, Реал сейчас лихорадит. Понятно, что перемены будут. Какие именно перемены будут до конца сезона, никто не скажет. Это ясно. Роналдиньо. Желтая карточка Бекхэма. Владеет инициативой, владеет мячом. Владеет, в общем-то, ситуацией на поле. Деку обеспечивает разнообразие игры, собственно говоря. Для Форда, когда он играет в одиночестве на острие атаки. Потому что он должен не только забивать, с чем этого тоже справляется, но и широко маневрировать, освобождать зон. Снова Роналдиньо. Карлос. Вообще-то на опережение мог сыграть, вот так выкатываясь на бедре перед Макси Лопесом. Но вот успел обработать мяч и последовал фол. Оценка внушительная. Вместе с тем Касильяс не злоупотребляет. Хочет видеть мяч. Роналдиньо бьет. Гол. 4-2. Вот и Роналдиньо по такому случаю забился штрафного. По-моему, в этом году первый у него такой мяч.
4-2. Интересно. Хороший удар. Просто хороший удар. Сильно закрученный мяч. А теперь у него овация на сцене. Я думаю, что она связана с тем, что Фигу выходит. Я практически в этом уверен. Развалилась стенка, но она развалилась уже в воздухе. И все равно мяч прилетел не в щель, а поверх стенки. Перехватил мяч Рональдиньо. Нет, здесь накроют его. Накроют. Нет, не накрыли. Потому что это Рональдиньо, потому что он феноменально укрыл мяч корпусом. Передача. Судья решил, что штрафной нужен. Рональдиньо мяча. Наверное, очень не случайно, что именно сегодня он забил, если он-то и будет бить. Нужно вставать и играть. Рональдиньо уходит от Сальгадо. Пас. Рональдиньо. Барселона рискует и... который заражает своей энергией остальных. Рональдиньо. Отличный момент. Рональдиньо. Пас в штраф. В Италии прекрасная была игра Фиорентины и Ювентус. И Рональдиньо. Последний уже игровой эпизод в сегодняшнем матче. Матчи со встречи. Это очень много. По-прежнему очень много.